Растить ребенка – большая радость, а когда в семье пятеро, это уже ежедневный подвиг, огромный труд и бесконечное терпение, которые заслуживают особенного внимания. В администрации Первомайского района орден матери получает Светлана Юрковец. Звучат слова поздравления и благодарности. В группе поддержки дети и муж. Женщине трудно сдержать эмоции. В настоящее время в нашей стране делается очень многое для защиты материнства и детства. Но, конечно же, только мать может дать искреннюю любовь, искреннюю заботу для своих детей. Пока многие ищут счастье, женщина свое уже нашла. Двое сыновей и три дочери дают повод радоваться каждому дню. С годовалым Толей много хлопот, но еще больше радости. Малыш любит машины и вкусно поесть. Двухлетняя Танюша много шалит и смеется. Мише уже 4,5. Он не по-детски серьезен и основателен. Вместе со старшей сестрой учит буквы. Для меня семья – это очень большое счастье. Муж очень хорошо помогает мне с детками, как бы по всем. Никто, ни бабушки, ни дедушки, мы сами справляемся в своей семье, как бы у нас как-то все сплоченно. Гулять мы ходим вместе, убираем тоже, стараемся все вместе. Вот если уже беремся, то кто-то дверки моет, кто-то там полы, кто-то пылесосит, кто-то посуду моет. Я всегда мечтал иметь большую семью, чтобы было много детей. Чтобы... Я не знаю, всегда прихожу домой и как слышу их звук, крик, гам, их шум, я всегда сразу... Настроение поднимается. Старшие дочери Настя и Надя – мамина гордость и главные помощницы. Без них как без рук, и с малышами поиграют, и посуду помоют. Девочки любят рисовать и много читают. В уютной квартире, построенной в 2019-м с господдержкой, не смолкают звонкие детские голоса. Сейчас семья построила еще одну, трехкомнатную, воспользовалась семейным капиталом. Моя мама самая замечательная, я очень ее люблю. Мы проводим много времени на природе, вообще гуляем. Я люблю проводить много времени с своей мамой на кухне и готовить салатики, например, кукурузные и оливье. Таких многодетных семей, как Юрковец, в республике 119 тысяч. Пособия, семейный капитал и льготное кредитование. Государство предоставляет также ряд гарантий в сфере образования, здравоохранения, пенсионного, трудового, налогового и жилищного законодательства. Кроме того, Беларусь входит в 25 стран мира, где созданы благоприятные условия для рождения и воспитания детей. Татьяна Горбач, Максим Галеонко, Бобруйск, 360.